еще случай, это интересно было. Так, прошли мы, четверо ребят, ну, объявления там висели, военное училище, значит, поступать из армии можно. Мы посмотрели, ага, выбрали Рижское высшее военно-морское береговое артиллерии. Не знаю, у нас сейчас есть или нет. Вот. Послали нас, вызов пришел, все, пустили, пошли. Поехали мы трое. На учебу? Экзамены сдавали. На вступительные? С направлением, это же вам дали направление? Да, все как следует, оформили, поехали туда. Приехали там, и конкурс был, между прочим. Береговой артиллерии. Рижская, вот как сейчас помню, крепостная 1 улица. Mm-hmm. Крепостная 1 училище, старинное здание такое вот, немецкое. Ну, сдаем. Предметов много. Самое главное, значит, математика. Предметы такие. Мы ж приехали прогуляться. Проехали. Провалились. На первом? Вот. На первом экзамене? Да, нам объясняет училище. Вы же артиллеристы сами, сержанты. Мы вам даем месяц. Вы тут подготовитесь. С вами позанимаются, подготовят. И пересдадите, и будете зачислены. Нет, мы поедем в часть. Сейчас. Нам пакет запечатан. Вручите. Начальство. Да, командиру полка по приезду. Все же так бесплатно. Военно. Приехали. Пакет-то не надорвешь. Что там, черт тебя знает. Ага. Прибыли. Чискидов, герой Советского Союза, полковник Чискидов, командир полка. Рожей, герой, дядька. Ага. Фронтовик, конечно, все. Ага. Несостоявшиеся офицеры береговой артиллерии. Вас оставляли? Так точно. Не остались. Старшину вызовите. И Кагалу их. Майор Кагал был начальник гарнизонной обфакт. Строгого режима. Строгий. По 10 суток. Все. Никаких разговоров. Все. Ну, отперли нас туда. Кагалу на губе. Здесь под жарким солнцем Еревана я сижу, Кагала на губе. Просидели мы, наверное, по неделе. Строгий режим. Хлеб и вода, больше ничего. Mm-hmm. Да. Смотрим, вызывает нас. Старшина наш явился. Так, командир. Да, он говорит, Чискидов сказал, забери бродяг эти. Стрельбы. Окружные, показательные. Они, конечно, бродяги, но стрелять умеют хорошо. Научились за 3 года стрелять. Забирай их. Все, отменили. Приехали. Вернулись, отстрелялись. Ну так все-таки неделю, наверное, он нам эту и оставил.